Всем привет! Я сегодня хочу снять небольшое видео. В нем будет дальше кусочек о всей моей пряже на данный момент, которая у меня есть. Также будет маленький-маленький кусочек о том, как хранится, в каких как это, ящичках, мини-комодиках хранятся частично мои бусинки. Прям совсем маленький кусочек будет о том, что я сейчас вижу, то есть кусочек того, что я вижу. А начать я хочу с готовых работ. Сентябрь, правда, еще не закончился, но работы уже разлетаются, игрушки уже разлетаются. Я не успеваю их даже какие-то фотографировать и уж тем более снимать на видео, поэтому хочу показать, пока они как бы со мной. Первое, что я хочу показать, частично я уже показывала, но хочу показать их все вместе, это погремушки, все, которые есть у меня на данный момент. Здесь частично новые и часть здесь те, которые уже показывала. Значит, погремушек на данный момент. Итак, один, два. Два вот таких зайчика с шуршащими ушками. Дальше. Два. Это новенькие, их я не показывала. Два оленя. Вот такие вот. Два олененка. Дальше. Два мишки. Коричневый мишка и вот такой белый с розовым мишка. Вот они. И еще одна погремушечка. Это вот такая вот коала. Какие из них показывала, честно говоря, не помню. Но зайцев голубых точно показывала, остальных не помню. И вот такая вот связка из погремушечек. Вот они все не влезают в кадр. У меня на данный момент есть 2, 4, 7 игрушек. 7 вот таких звенящих погремушечек. Дальше. Нет. Забираем в коробку. Дальше связались 2 зайчонка. Вот такой зайчик. Девочка. Бантиком. Вот так поближе. Ай, не хочет фокусироваться. Вот в таком платьишке. Ушечки. Ручки ввязаны. Зайка-девочка. И в пару к зайке-девочке связался зайка-мальчик. Вот такая вот парочка из 2 зайчат. Они где-то около 18, ну, с ушками побольше, 20 сантиметров. Вот такие вот 2 зайки. Это полухлопок. Это Лизе Катон Голд. Единственное платьишко и кофточка вот у этого зайки. Это Янар Джинс. И последний, кто связался, это вот такие вот 2 жирафика по мастер-классу Оли Каск. Это первые мои жирафики из этой серии, ни разу я их не вязала. Вот такие вот хвостики у них сзади, вот так. Тоже ручки ввязаны в тело. Вот они. И шарфики связаны спицами. Здесь связаны из хлопка. Это, по-моему, Ализе Белла. То, что Белла точно, по-моему, Ализе. Белла, вот такая хлопковая пряжа. А шарфики связаны из Ализе Катон Голд спицами.
Ну вот, собственно, и все, что мне на сегодня есть, что вам показать. Много или немного, я не знаю, но еще часть игрушек уже уехала от меня, поэтому показать их не могу. Ну вот, наверное, все. И дальше, соответственно, еще будет пару кусочков видео. Всем пока-пока. Ну, раз вы проголосовали за то, что будет интересно и то, из чего вяжу, и то, как вяжу, и то, чем вяжу, и процессом, то сегодня хочу показать, как, где и примерное количество той пряжи, которая у меня дома хранится. Итак, это вот в основном комод, вот такие 4 ящика, и еще 2 контейнера, ну и еще пряжа на 2 пледа. 2 упаковки. Нижнюю вчера разбирала, нужно было вам показать до того, как разобрала. Значит, здесь нижний ящик все разобрано, потому что вчера это все было в огромной куче со спутанными кончиками. Здесь, соответственно, в 2 ряда тоненькая ниточка на бусинки обвязанная. Вот, целый ящик. Но тут тоже надо уже обновлять, потому что уже не так много цветов. Здесь тоже относительно тоненькая ниточка на бусинке. Здесь тоже. Заказала сегодня еще 20 моточков разных цветов, приедет. Здесь в основном все, шуршать не буду, здесь все остаточки. Здесь много-много ниточек. Совсем по чуть-чуть, абсолютно разный. Вот. Ну, то есть это такое уже не ходовое. Ну и здесь вот, вот так. Даже не знаю, на что это пряжа. Ну, потом, может быть, Милане отдам вязание. И здесь, соответственно, вот та самая пряжа, из которой я в основном вяжу игрушки. То есть вот так выглядит этот полухлопок. Вот он. И моточки. Это хлопок. Где здесь указан состав? Закрыт. Вот он. 100% хлопок. Вот так выглядит эта ниточка, из которой тоже связаны погремушки в основном. Вот их. И вот еще один. Это тоже полухлопок. Что такое полухлопок? Это вот 50% хлопок, 50% акрил. Очень мягкая ниточка на фото, но на видео, конечно же, я не передам. Но вот так это выглядит. Это все тоже нужно обновлять. Цветов осталось крайне-крайне немного. И здесь тоже... Вот какие-то остатки, но тут тоже все в основном полухлопок. Вот тоже остатки, остатки, остатки. Вот, вот, собственно, не так уж и много пряжи. Этот контейнер, вот эти 2 контейнера были все полные. И нужно, конечно, докупать еще пряжу, потому что, как видите, цветов, ну, крайне-крайне мало. Нужно будет обновлять. Сейчас вот одна посылочка заказана с пряжей, но там будет именно хлопковая ниточка на бусинки, на, ну, на какие-то грызунки, вот это, на все. А на погремушки и на игрушки полухлопок нужно будет тоже еще заказывать. Также покажу, как хранятся мои, ну, частично мои можжевеловые бусинки и различные подвесочки. Вот эти вот мини-комодики, кстати, довольно удобные для такой мелочевки. Это фикс прайс, стоил такой комодик 77 рублей. Вот они здесь, все подвесочки, но которые на данный момент у меня есть. Да, мой помощничек мне помогает. Сегодня мы снимаем с ним вместе. Вот они. И здесь у нас бусинки. Можжевеловые — это все то, что я добавляю в грызуночки и слингобусы. Вот. Потом, ну, раз уж такой будет мини, как это назвать, но это не совсем вяза, хотя, может быть, и вяза влог. Сейчас вяжется у меня
очередной грызуночек. И вот такой вот будет долечка арбуза там в грызуночке. И сейчас еще покажу, что уже связалось. Вот такая вот долька. Она шуршит. Да, ручки уже тянутся к моим бусинкам. Зайка отправляется в новый дом. А вместе с зайкой отправляется повязка. Вот такая. И держатель для соски или игрушки. Сейчас все это упакуем. И вот так это будет выглядеть. И плюс пакетик крафтовый. Все, зайка готова переехать в новый домик. Сынок, ты Дусю выгуливаешь? Сынок. Иди к бабуле, она не хочет от бабули отходить. Давай, иди к бабуле. Вон в ту сторону иди. Маш, отпусти. Маш. Сейчас упадешь, она тебя утащит. Миша, что ты везешь? Что ты везешь? Машину? У тебя машина потерялась. Прости.